день, дорогие друзья. Здравствуйте. Нас мало, но мы, ну, концерт состоится при любой погоде. Сегодня еще одно прекрасное мероприятие происходит в Москве. В 18 часов на Дубровке в театральном центре состоится презентация видеоверсии Нордоста. Мюзикла «Нордост», официальной видеоверсии, которая была снята уже после захвата, снята профессионально, хорошо, и вот сейчас она будет выпущена. И если мы с вами постараемся, то мы даже успеем туда доехать, потому что вход там бесплатный, и это просто встреча друзей и поклонников «Нордоста». Вот, а сейчас мне посчастливилось в этом мюзикле играть, и мы еще об этом сегодня на нашем концерте поговорим. Это Евгений Быков. Ну, в общем, перепутать трудно. Ну, ладно. Мы почти готовы. Почти готовы. И начинаем. Наша программа будет продолжаться полтора часа без антракта. И в ней прозвучат песни самых любимых наших авторов. Один из них Михаил Щербаков, который занимает, в общем-то, в нашем репертуаре вот такую лидирующую позицию по количеству произведений исполняемых. Мы даже записали целый диск, 15 песен Щербакова в моем исполнении. А всего мы записали 27 произведений Щербакова, вот существует в аудиозаписи в моем исполнении. То есть можно, так сказать, представить себе, какой процент вообще он составляет. Михаил Щербаков, песня называется «Балтийские волны». Да только зря дурить.
что над московских врат коснулся ты моей струны, Санкт-Питер, Ленинград. Соседка громких мертвецов влила мне взглядом смесь с зеленой меди мглы дворцов.
появится редко городской экипаж. Легче живется в этом отношении, потому что вокалисты, они когда поют, они почти ничего не слышат. Поэтому... Заведение, в котором мы находимся, так и называется. Да, называется в честь вокалистов, которые ничего не слышат, когда поют. Один из любимейших авторов Юрий Висбор и несколько образцов его любовной лирики. Ну как любовной, практически эротической. Надо сказать, что Юрий Висбор, будучи очень жизнелюбивым человеком и таким очень разносторонним, и очень любившим свою эпоху, своих друзей, свою жизнь, свой город, свою страну, он, пожалуй, из всех бардов единственный сумел подняться вот к таким вершинам эротизма, которых потом в своем творчестве ни до него, ни после никто не достигал. Юрий Висбор. Вот хорошо и тихо, и достойно. Ни городов, ни шума, ни звонков. Ветру открыты все четыре стороны. Мачта сосны, не парус облаков. Вересковый куст, словно лодка. И далеко, далеко земля. Не отыскать.
написанная совместно с первой женой Адой Якушевой. Let's go.
навеки на бортах клеймо. Ах, наши судьбы, словно корабли, немного краски, временный ремонт. И вот опять мы в плавь ушли. Все-таки на что-то надеется еще, а женщина никогда же ни на что не надеется, ни в коем случае. Она наоборот говорит: я улечу, уеду, и ну вас всех. И счастья не видать ни мне, ни вам. Вот как-то так. И, конечно, юноморец в этом смысле впереди всей нашей бардовской женской лирики. Ну и надо еще отметить, что это птица, она должна быть обязательно. Обязательно должна быть. Или почему я тема птицы, да? И да, если чему и не птица. Как-то так. Мы сейчас поем песню на стихи Юный Морец, на музыку Сергея Никитина «Объяснение в любви». В ля миноре. В ля миноре. Все, понял. Мой друг, мой безумный, мой след голубой, умчалась бы я в понедельник с тобой туда, где в классической синей ковбойке поет у костра синеглазый ковбой. Во вторник бы сделалась я мотыльком, тебя догнала бы на судне морском. На мачте бы я трепыхалась до гавра, а в гавре бы шла за тобой босиком. И в среду поздно, и в среду могла умчаться туда, где растет баобаб. Могла бы я стать одуванчиком в среду, он чудно летает и духом не слаб. В четверг замечательно рухнуть в его и вынырнуть где-нибудь рядом с тобой в солнечной Греции, в облачной Швеции. Подняться наверх и смешаться с толпой, а в пятницу гуси летят, и лебеди тоже куда захотят. На лебеди гуси тебя догнала бы в попасах, где ветры как горы свистят. И даже в субботу не поздно ничуть пуститься в такой обольстительный путь. И шепотом в Лувре к тебе обратиться. Я здесь, не всегда, я везде, не забудь, но мне воскресенье приятнее всего, в кофейне, на реленье, где много всего, за столик присесть, где с коварной подружкой гуляешь и ждешь меня меньше всего. Умчалась бы я за тобой в города, в бомбазы и в бреи, и в кое-куда. Но сколько селедок, картошек, петрушек, куда идут, куда-то. А я никуда, я никуда.
потому что мы продолжаем петь женскую лирику. Это будет сейчас хоровой номер. Да. Вы будете нам его подпевать по мере возможности. Это песня Владимира Красновского на стихи Николая Заболоцкого. Вам прекрасно известная. «Городок». Стирает прачка, муж пошел за мокрой. На крыльце сидит собачка с маленькой бородкой. Целый день она таращит умные глазенки. Если в доме кто заплачет, загрустит в сторону. Не хочет.
получите немного, и как миленькие будете комедии внимать. Мастер, ваш рыжий парик посидел на побылец. Ваши непризны уже не смешны никому. Все орликины кровавой соплёй подавились. Все кровинушки камни в вечную тьму. Что? Да ничего. Да ведь и нам не минуть срок. А мы будем комедию ломать. А вы хочете, не хочете, а пока хочете немного. И как миленькие будете комедии внимать. На дороге, на зарожье, Мурала. Да не беда, едем-едем за фортуной. На телеге сковорожьей. Не рассказывай, хороший, что дорога никуда. Моросит на перегоне, город скрылся вдалеке. Не сказав друг другу о любви. Эта сцена состоит из такого диалога Кати и Сани речитативного, который происходит на фоне вот красивой такой ансамблевой песни, там влюбленные гуляют над речкой, девушки в белых платьях, юноши в белых рубашках, и все это очень красиво и очень романтично. А потом эта сцена заканчивается таким дуэтом Кати и Сани, в котором они вот как раз и сетуют на то, что не удалось им поговорить друг с другом. Итак, сцена из спектакля «Нурдост. Влюблённые». Теряешься ты, и в сердце стучит.
нести. Их нужно только вслух произнести. Сюрприз для тех, кто давненько не бывал на наших концертах. Действительно, сейчас вы испытаете культурный шок. Сейчас об этом? Да. Опа! Маленький. Так вот, это не гитарка из детского мира, как вы могли бы ошибочно предположить. Это вовсе даже самый настоящий музыкальный инструмент, который называется укулеле. Это гавайская гитарка. На Гавайи этот инструмент завезли конкистадоры, которые, видимо, не могли вести с собой что-то большое, потому что у них было мало места на их корабликах. И они вот как-то так вот адаптировали старинную ренессансную гитару европейскую вот к такому, до вот до такого размера. А дальше этот инструмент в Европе как-то перестал быть слишком распространенным. А на Гавайях вот живет до сих пор. Они бывают самых разных размеров. Ну вот это самая маленькая из возможных. Ну и вот до каких-то вот таких вот гитар, наверное. Ну и продолжая эту историю, этот инструмент в дальнейшем подарили на день рождения Вале Мещук, жене Вадима Мещука. Конкретно вот этот инструмент, вот этот. Именно этот инструмент. Да. И я у нее его отнял. А Евгений Николаевич был, к несчастью, тоже приглашен на этот день рождения, а он известен своим свирепым нравом. И он набросился на Варю и отнял у нее инструмент. Он же сильней. То есть он в честном бою его... Это справедливо. Да, это справедливо. И в звучании этого инструмента нам прежде всего почудилось что-то итальянское. И мы его применили к песне Михаила Щербакова на стихи. То есть песня Михаила Щербакова на музыку итальянского композитора Нино Рота. Песня называется «Памяти всех», и музыка эта звучит в кинофильме «Крестный отец. Часть вторая». Секунд 7 примерно она там звучит, но вот Михаил Щербаков ее расслышал и применил вот к такой вот, к этой своей балладе «Посвящению мигрантам». Знаете, что первая волна эмиграции конца 80-х, то есть не первая, а именно такая подсоветская волна, ехала через Рим. И песня, собственно, об этом. Она называется «Памяти всех». Что в чужом краю, что в отчим, на высоком небосводе, не увидишь ты нас. Да и кто их видел, впрочем, при какой-какой погоде? Счастье, как призна, даль туман, а жизненно и вовсе одна второй не будет. Рим с собой взять не можем, помаячь пока что возле, папа римский не осудит. Рим нисколько не в упадке, он щебечет и хлопочет. Вот идут напитки, курс порядки биржой. Лют завозки по руинам резво скачет, пальцем тычет во что хочет. Отчего бы в самом деле не скакать, пока живой? За 100 лир цена смешная. Ты пломбир купи с изюмом и направься вдоль Дельгорсу юных барышей, смущает серым в клеточку костюма. Ах, эти барышни глазами серьезными своими моргают так прелестно. Мы умрем, черт бы с нами, а вот что случится с ними, совершенно неизвестно. На скамейке ренессансной у античного забора не забудь, что ехать скоро и бесед не проводи. Что там за духи?
архитектуры, синьорина, что за флора там, синьора? Не твоя печаль, приятель, погулял, проходи. Свой черед коснется слуха, тот сигнал волторны строгой, что вязать велит пожитки, не бера тебе ни пуха, отдохни перед дорогой. Блажный рассвет тебя разбудит, портье ключами щелкнет, а дальше как придется. Жизнь одна, второй не будет, но пока волторна смолкнет, колокольчик распоется.